35-летний Криштиану Роналду, Криштиану Роналдо, интересно провел время в тесном семейном кругу. Форвард итальянского Ювентуса и сборной Португалии поделился интересными моментами своего уикенда. Пятикратный обладатель золотого мяча отдохнул в выходные с наследниками и 26-летней возлюбленной Джорджиной Родригес. Футболист отдал предпочтение спокойному релаксу с малышами. Звездный отец отправился с ними в джакузи. Криштиану попросил запечатлеть себя с сыновьями и дочерьми во время банных процедур. Спортсмен задорно смеялся в кадре. «Отличное настроение передалось и его компаньонам. Забавные моменты с моими детьми», — написал Роналду. Бывший бойфренд российской супермодели Ирины Шейк пообщался со своей нынешней избранницей. Пара поиграла в теннис. Удача явно была на стороне Джорджины. «Угадайте, кто выиграл», — поинтересовался Криштиану. Роналду недолго наслаждался игрой со своей гражданской женой. Вскоре внимание молодой мамы потребовала ее дочь. Футболист и его вторая половина воспитывают 4 детей. Первенца Криштиану-младшего, знаменитому брюнету подарила суррогатная мать. Близнецы Ева и Мэтью появились на свет аналогичным способом. Родригес в конце 2017 года родила Роналду еще одну дочь, Алану Мартину. Спортсмен недавно порадовал поклонниц сексуальным фото. Он позировал в одних плавках в деревянной ванне. Джорджина также примерила в ванне провокационный образ. Красотка надела корону, пикантное мини-платье, и погрузилась в пену. Родригес похвасталась роскошными формами в белье.